Эй, всем привет, друзья, с вами Хэппи. Сегодня с вами поиграем, продолжим играть в Poppy Playtime. Я подкрутила сегодня нам экран. Я буду надеяться, что все будет хорошо. Если нет, то мне опять придется монтировать это так, чтобы вы видели красиво и хорошо эту картинку, которая почему-то каким-то образом получается слишком засветленной у нас. И сейчас я себе немножко кое-что сделаю. Все-таки мне сцены, я не понимаю даже, что это. Нет. Поле зрения, контраст. Я себе контраст могу сделать? Изменить. Ну, допустим, у меня стало лучше. Так. Ой. Я где? А! Я за солнцем, понял? Я сразу не осознала, просто где я. Все, да, я за солнцем, я здесь, вот. Там, где мы остановились с вами. Значит, смотрите. Светло, конечно. Я знаю, как использовать башню. Значит, смотрите. Нам точно надо... Значит, нам надо это... Это сделать... Я знаю, как пользоваться башней, друг. Вот. Сюда надо сделать. Значит, вот так вот. Правильно. И сейчас мы делаем вот так. Готово. И контрастность... Я не понимаю, контрастность надо больше или меньше? Как вы думаете? У меня контрастность сейчас... 60. Давайте сделаем вот... Вот так, наверное, насыщенность. Да, поименить. О, слушайте, так лучше, на самом деле. Для меня так точно. Вам, ну, ребят, я не знаю, почему он засвечивает. Так, вопрос только в том, откуда сюда. Ты прикинь, здесь вот такая штука оказывается. Оказывается. Ясно, понятно. Значит, мы делаем сначала... Нет, мы делаем не вот так. Мы делаем, значит, смотри как. Значит, сейчас мы делаем вот так. Вот здесь мы делаем. Одной рукой мы держим. Одной рукой мы сделали вот это. Второй рукой мы держим сейчас вот эту штуку. И второй рукой мы делаем вот так. Все! Всё ты, блин! А чё ж ты раньше не сказал, что здесь это есть? Так, я сюда хоть иду? Ну, наверное, да. Наверное, на всякий случай можно противогаз одеть. Хотя нет, пока, наверное, не надо. Хорошо, что у меня бег бесконечный, да? А, о! А тут что-то есть, а там ничего нет. Так, мне не нравится это все, конечно, ну ладно. Мне кажется, на меня нападут. Ага. Ага, и мы выходим, да? И мы выходим. Мы идем сюда? Ага, загрузка. Значит, мы правильно идем. Окей. Окей. Мне, конечно, страшно. Я, конечно, очень сильно боюсь. Но что поделать? Ну что уж здесь делать? Ага, все. Ой, блядь. Ой, блядь. No, no! Нет, 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 пусти! Пусти! Все хорошо! Мы пришли, чтобы помочь. Пойдите! А, это Кисси! Тут она становится особенно тревожной. Хорошо, что Олли помогал тебе все это время. Блин, мы нашли тебя только благодаря ему. Ой, куда? Похоже, что крушение осталось позади. Тебе пришлось пройти через многое. Я должна тебе все объяснить. Как я... Идем, идемте, я очень рада. Здравствуйте, я вас люблю. С тобой, с тобой все будет хорошо. Отлично. Цветошек. А, какие... Мы здесь включим свет, скажи мне. А, о, блин, они такие мимими, я не могу.
все. Я иду с вами, естественно, я иду с вами. Ну как же иначе? Послушай, я тебе не враг. Я верю. Я не позволю тебе уйти. Я не могу позволить тебе уйти. То, что происходит там внизу, гораздо важнее наших жизней. Угу. Без тебя я не справлюсь. И теперь мы можем отомстить всем монстрам, которые пытали тебя, которые пытали нас. Ага. Ну, они были не одни. Они же следуют за своим вожаком. Прототипом. Ага. Окажешь нам честь? Посмотри на меня, Поппи. Посмотри на меня. Спасибо. Я тебя обниму. Это ты знаешь уже, что мы идем. Если пытаешься сбежать, он тебя убьет. Я понял. Это из-за него я была заперта в этом жутком ящике. Ты даже не представляешь, на что он способен. Он о себе успокаивает. Позволь мне помочь убить его. Позволь мне помочь всех спасти. Хорошо, я согласна. Мы все видели, что тебе под силу. Угу. А твоих рук погибли и Хаги, и мамочка. Тебе обязана свободой. Ты для этого идеально подходишь. Я не могу понять, а Кисси рада, что Хаги умер или нет? Скоро появится код Дэймот. Он последнее препятствие, которое прототип для нас приготовил. Нам нельзя здесь оставаться. Береги себя. Олли позвонит. Хорошо. Она такая мимими, я не могу. Она тоже милая. Если я когда-нибудь куплю игрушку, я куплю игрушку Кисси-Мисси. Серьезно. А куда идти? Олли, позвони мне, пожалуйста. Я не понимаю, куда мне идти. О, Олли! Так. Привет, это снова я. Похоже, Поппи тебе все объяснила. Да, я теперь все понимаю. Кстати, она включила запасной генератор для купола. Дальше план достаточно простой. Нужно восстановить электроснабжение в зоне добычи газа. Ага, опять туда. Первый день уже знакомый тебе дом, милый дом. Угу. Там ты найдешь большой шнур питания, он будет рядом со входом. Подключи его к питанию под статуей. Хорошо, окей. Так, дом, милый дом, это у нас вообще где было? Это станция, это мы отсюда поехали. Дом, милый дом, это вот здесь, да? Нет, вот. Вот дом, милый дом. Говорит, вернись к нему. Ну, я вернулась к нему. А. Чего? Погоди, постой. Что происходит? Она не хочет меня... А, кабель! А куда кабель нести-то? Он хоть бесконечный? Ну, как будто бы. А куда кабель вести? Берем кабель и сядем под центральный памятник в подземной комнате. Хорошо, все. Идем в подземную комнату, получается. Ой. Не здесь надо было зайти. Все, я понял. Сейчас все сделаем. Сейчас. Значит, берем... Берем и идем, там, по-моему, у нас дверь... Блин, какой длинный кабель у вас, конечно, он через меня прям проходит. Извините, у меня кабель в рот попал, не могу говорить. Так. Он через все проходит? Нет, он только через кусты не проходит. Ну ладно, нормально. Сюда, все. Так, куда тебя... куда тебя? Тут какие-то штуки. Кабель. Сюда, есть. Круто! Гляди! Помнишь кинята в доме милом доме? Да. Это был запасной кинята для этой постройки. Ага. Такой должен быть в каждой. Тебе удалось перенаправить земную энергию дома милого дома сюда. Ага. Почти готово. Куда идти дальше? Тут везде довольно опасно. Ну да. Но опаснее всего в игровой. Жуть. Так что лучше всего отправиться в школу. Окей, школа это здесь. Код Дэймот обычно туда не суется. Отправляю ключ. Я уже взяла ключ. Верно? Я же уже взяла ключ. Точнее, я же умею прыгать. Я всегда забываю, что я умею прыгать, оказывается.
Просто для таких игр прыжки это что-то в новинку, так сказать. Нет, это дом, милый дом, вот школа. Ну, конечно, интересно они завернули. Ну, теперь мы точно понимаем, Кисси и Поппи для нас свои. Это свои девчонки. Они крутые девчонки просто, ну, понимаете. Вот. А Хаги плохой парень. И мамочка, плохая абьюзивная мать получается. Так. Okay, поторопись. Включи генератор и выйди и вставь шнур питания школы по центру. Только осторожно, у меня вряд ли получится подключить тебя с этой стороны купола. Ага, хорошо. Но у тебя будет компания. А кто-то еще, и он тебе не... И вот вопрос, не помощник или не помеха? Он не враг или не враг? Это мисс Приятность. Простите, что прерываю. Ученики, оставайтесь на своих местах, пока не услышите звонок. И не ходите по коридорам, если у вас нет пропуска. Ну окей. Не ходите по коридорам, если у вас нет пропуска. Окей. Я здесь как бы. Могу постоять, остаться, да? Или что? А в чем суть? Какая-то мисс Приятность. Who are you, мисс Приятность? Ну, она говорит, стойте на своих местах. Что-то меня, конечно, это настораживает, да? Но ран. А можно я не хочу ран? Подожди. Я пришла отсюда. Значит, могу пойти сюда? Ага. Ух, ёпт. Так, мне уже страшно. Меня это уже беспокоит. Погоди, минутку. Я тебя знаю. Точно. Да? Ты раньше тут работали. Как ты? В порядке. Жала? Ой. Жала говорит, вы ищите коллег. Коту Дремоту бы не понравилось, что ты тут. Тебе лучше уйти. Ради вашей безопасности. Я так и не понимаю, она хочет помочь или она такая, типа, ну, все-таки с нами или не с нами ты, детка? А что? Ага, вот я. Что-то мне это не нравится. Ей не нравится то, что это не нравится коту-то и мату, а мне не нравится, что это не нравится ей. Так. Ну, я так понимаю, мне надо сюда. Очень удобно, на самом деле, что они сделали вот эти штуки. Наверное, мне сюда. Здесь есть штука? Здесь нет штуки. Подожди. Так как здесь есть штукенция, я хочу... разобраться. Так. Ага. О, батарейка, оказывается. Оказывается, здесь есть батарейка. Что-то мне не нравится, как эта кукла, конечно, выглядит. Что-то мне вообще не нравится, что здесь есть какая-то кукла, которая может за мной бегать. Я вообще такое не люблю и не поддерживаю. И вообще крайне осуждаю желание меня убить. Я осуждаю желание меня убить вообще всеми способами. Это неправильно, я главный герой, меня нельзя убивать. Так. Значит, надо сюда. Угу. Я, как говорится, вообще ничего не поддерживаю. Я вас не поддерживаю, я поддерживаю только тех, кто творит добро. А творит добро у нас, по всему, только Поппи. Ну, получается, наверное. Так, там, тут всего два пролета, во-первых, подождите. Тут два пролета, я здесь уже была. Значит, надо найти... А где третья? В смысле, вторая. Вот это. Я могу в целом и здесь спуститься, на самом деле. А, нет, я здесь, наверное, лучше не спускаться, да. Во втором пролете это... Так, это я... Значит, сюда.
Вот так вот. Отдай руку. Так, ладно. Наверное... Я что-то слышала или нет? Прям зеленый заряд. Относим коридор, открываем решетку, по громкой связи к нам обращается учительная неприятность. Чего? Так. Подождите, пока меня никто не будет булить. Пока меня не булят, окей. О, кассета. Так, кассета. Кассета. Ну, давайте послушаем кассету. Чисто вот. А где послушать кассету было? Хагиваги. Хагиваги это никогда не хорошо, как говорится. Хагиваги это плохо. Несприятность, наверное, тоже плохо. Я не уверена. Так, так. Погодь. А куда? Подожди. Так, а вторая батарея? И все вот это вот где? Вторая батарея где? Так, поползаем под залом в коридор. Чего? Подожди. Где-то здесь, значит, есть... Я так понимаю, где-то здесь есть эта батарея. Я ее просто здесь не нашла. Да? В дальнем каком-то углу, где-то в каком-то дальнем углу есть батарея. Угу. Как мне отсюда теперь выбраться? Блин, загнала сама себя в ловушку. Молодец. Давай, давай, у тебя получится, у меня получится. Это от меня звуки. Это понятно. Блин, я походу застрял. Мне сюда вообще надо. Уф. Страшная тетя. Так, где-то там, значит. В следующей левой комнате. Ага, левая комната, все. Левая комната это с этой стороны. А, вот она. Чё, блин, вот она. Все. Все, сейчас все будет. Все, на самом деле. Все будет. Так. Значит, это ставится сюда. Дай. Ставься нормально сюда, пожалуйста. Спасибо. Конечно, меня она уже пугает. Если эта кукла похожа на человека, то это максимальный дизреспект. Да. К сожалению, да. Как ты в порядке? Жало? Ой. Жало, говорит, вы ищете коллег. Их коллег. Сбор коллег, дорогие коллеги. Я лучше уйти. Ради вашей безопасности. Я не могу понять, она с нами или не с нами? Такая, типа, тебе лучше уйти ради твоей безопасности. Типа, если бы она, наверное, хотела меня ёбнуть, она бы меня уже ёбнула бы, да? Ну, наверное, я так подозреваю. Есть, как говорится, подозрение. Есть епидозра. Но я не могу эту педозру обознать. Ой. Сюда. Так. Меня пугают звуки от этой руки, на самом деле. И меня пугает все то, что будет дальше. Кассета. Кассету здесь можно посмотреть. Посмотрим? Ну, давайте посмотрим. Ну, или что? Подожди, или вот кассета здесь. Да. Вот она. То есть кассета тоже не сохранила. Окей. Ну давайте посмотрим кассетку. Раз мы ее нашли. Раз мы нашли кассету. Где дети? Не знаю. Где же дети? Они что? Там же, где и другие сотрудники? Нет. Они в безопасности? Да. Могу я их увидеть? Нет. Это все. Больше он ничего не говорил. Типа прототип? Не, я понимал, что я всех убью. Ой, ёпт. Ой, ёпт. В смысле, я всех убью? Все?
Да. Так. Теперь у меня меньше, как говорится... У меня все больше сомнений по поводу этой женщины. The Hour of Joy. The Hour of Joy, The Hour of Kill, так сказать. Как сказать и как выжить. Так, батарейка, где батарейка? Где в этой дыре есть батарейка? Закрыто, подожди. А где это? Не так много... все, я понял. Здравствуйте. Ага, ой, тут что-то какое-то фиолетовое. Как-то меня напрягает этот... Вот это. Честно, напряжно. Напряжно, очень напряжно. Ой, я ее видела. Можно пройти дальше? Думаю, можно, если мне позволяют пройти дальше. Ты не так уж и внимательно слушаешь. Я как другие люди. Интересно, одинаковые ли у вас крики? Не терпится узнать. А мне не хочется узнавать, если честно. Я как-то это... Предпочту не узнавать, если честно. Ага. Подожди. Сюда. Тю, блять. Я... Оу. Ну да, ты выглядишь как кто-то, кто съест ребенка, да, на самом деле. Так, сохранение. Здесь сохранение, понимаете? Это уже опасно. Если я сохраню, значит, есть опасность. Меня такое пугает. Ой, блядь. А что делать? Здравствуйте. Подождите, а что делать? Ну, так, левую туда-сюда. Тебе нужно убегать от Делайт. Она бегает быстрее нас. Но если посмотреть не на нее, то она становится. Я понял, как ее процесс работает. Все, окей, окей. Мы смотрим на нее. И она останавливается. Куда идти? Ага. Ага, интересно, окей. А, жало это вот эта хуйня, понятно. Куда бежать? Ну, ты меня, как говорится, не проведешь никак. А, все, здесь открыто, оказывается. Ну, я понял, это классический прием вот этих СЦПшных всяких штук, кукол. Понятно, все куклы, они такие. Если ты на них смотришь, все ясно, классическая схема. Да, классическая схема на самом деле. Я могу на нее смотреть, и мне нормально будет. Так, здесь штука. А где взять заряд? Ты думаешь, ты самая умная? Ты же не самая умная, алло. Ты тут не самая умная женщина. Я как-то поумнее тебя буду. Лол. Ты думаешь, я тебя не вижу? Думаешь, я не знаю, как это работает? Так, эта штука там. А, вот она. Окей. А, тут два прохода, ясно. Все нормально, окей. Ну, женщина. С тобой разговор будет короткий. С тобой реально будет разговор короткий. Я могу же... Я тебя вижу! Я что, тебя смотрела? Поклонитесь прототипу. Да пошел нахуй. Прототип, блядь, ебаный.
Разве он не чудесен? Нет, нихуя. Давай, подожди, короче. Все оказалось проще, чем я думала. С ней все проще, чем я думала. Окей. А я... А, что опять по новой? Ёб твою мать. Ладно, я все сделаю, не волнуйтесь. Я все нам сделаю. Ой, Лол, она меня не замечает, я на нее смотрю, она не... А она стоит. Она делает все дело. Короче, жало это вот эта херня, ясно. Лол, ты думаешь, ты меня переиграешь, ты думаешь, ты меня задудосишь? Ты меня не переиграешь и не задудосишь. Я тебя переиграю и задушу. Тут просто нужно терпение, на самом деле. С ней, ну, по терпению чуть-чуть. Вот бы она залагалась где-то, конечно, было бы приятно. Было бы приятно, если бы она залагалась, конечно, там где-то, и все. И не появлялась бы дальше, больше никогда. Вообще в этой жизни. Стой, стой, где стоишь! Стой, где стоишь! Я ж тебя переиграю! Я тебя переиграю, я тебя уничтожу. Bye, bitch! Bye, bitch! Bye, bitch! Bye, bitch! Хорошо, что я умею задом бегать. А, лол! Она там задудосилась. Нормально. Замечательно. Так, ну здесь как-то я уже лучше понимаю, что делать. Так. Где дверь? Вот дверь. Вот бы она там навсегда осталась. Ну, как будто бы. Она залагалась? Скажите мне, пожалуйста. Скажите, что да. Это будет умоительно. Угу. Угу. Ага, понял. Imagine, она залагалась. Не, ну... Я, как говорится, не это, я не лох. Я пользуюсь ситуацией, но осторожность не помешает. И оно-то пошло. Ага. Эта херня здесь. Эта фигня здесь. А вставить эту штуку надо куда там? Вот сюда. Ну. Не, ну слава богу, как говорится, что она... Здесь? Здесь. Киньте, она меня потеряла. Киньте, она дура. Лол, учитель называется. Плохо за учениками следит. А. Чего? А, в смысле? А, серьезно? Ладно, сейчас. Произошел, как говорится, небольшой казус. Сейчас исправим. Не, я не собираюсь никуда идти, это самое, чтобы проверять ничего. Оу. Так, ну тут закрыто. Один есть. Ищем дальше, получается. И как? А, ну тут две есть. Оу. Так она как будто это сюда и не пройдет. Потому что здесь уже закрыто.
Нет, там штуки нет. Ну, получается, она залагалась, как я и хотела. Ну. Представим. Припустим. Ага. Лол. Она рил залагалась? Серьезно? Ну, так получается, что да. А тут как бы же закрыто, поэтому... Так, ага. Вот так сделаем. Делаем вот так. Если вот это упражнение раз-два делать в день, позвоночник не будет болеть. Ну, все, все, я! Вот надо ее уметь залагивать в Steam. Надеюсь, это никак не повлияет на скрипты. И она потом... Все нормально будет потом. Ой, вот она. По скриптам появилась, смотрите. Я смотрю на нее, а она идет. Блять. А здесь нет? Так, не-не. Вот прям на этом моменте, пожалуйста, можно? Отдых окончен. Я это понял. Я понял, что отдых окончен, но... Я поднимаюсь. Видите, что не сначала, пожалуйста? Я заебусь. Я уже задолбалась этот сегмент проходить. Ах ты ж, тварь. Я здесь сижу уже... Я не знаю, это четвертая попытка была. Давайте на этом закончим. Я... Ну реально, давайте на этом закончим. Мои нервные клетки не выдерживают такого. Я не выдерживаю этого! Я не выдерживаю! Давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ребятки. Надеюсь, что вам понравился этот серий. Подпишитесь на канал. Поставите лайк, нажмите колокольчик. Оставите комментарий. И... Напишите, какие еще игры вы хотите видеть. Но с вами была Хэппи. Всем спасибо за просмотр, ребятки. Всем пока. Какой трэш! Какой ужас!